Эй, эй, пс-пс, парень, парень. Надо, короче, хейтера загасить. Окей, понял, сэр. Женя! А, да-да-да. Мне нужен телохранитель. Телохранитель? Ага, меня обижают хейтеры. Хейтеры? Так, ага. Ну все, ребята, я, короче, выдвигаюсь и буду главным телохранителем Маши. Короче, ребят, ставьте прямо сейчас лайк. Если вас обижают, то ставьте лайк, у каждого будет телохранитель. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик. Да, и знаете что, вопросичек дня. Напишите, вас вообще, ну, обижали? И если обижали, то не стесняйтесь об этом писать в комментариях. Мы прочитаем, поддержим всех. И вообще, в принципе, если вас обижают, то всегда обращайтесь в службу поддержки и так далее. Да, или к взрослым хотя бы, там, к родителям, например. Или кому-то, кого вы доверяете, чтобы вам просто помогли хотя бы. Потому что нельзя такому молчивать, это может сделать только хуже. Надеюсь, вы, короче, все сейчас в порядке. Если что, мы вас защитим. Да, мы вас защитим, короче, я буду телохранителем Маши. Да, потому что, кстати, еще такой интересный фактик. Короче, Женя, Евген Бро, он был, оказывается, защитником еще ребят, которых обижали в школе, представляете, это очень круто. Да, короче, защищал чисто все, кого обижали, я реально, короче, защищал и помогал им, то есть, короче, борец с хейтерами, поэтому в этой серии я прям реально буду защищать Машу от хейтеров. Итак, Маша, погнали! Погнали! Я, короче, сегодня пользуюсь услугами телохранителя Евген Бро Продакшн. Да. Нормально, нормально. Не только троллинги должны быть, но и помощь в сериях. Вы писали об этом, поэтому все, сегодня я не троллю Машку. О, господи. Мопсик, вас тоже обижают? Не-не-не, пожалуйста, помогите мне. Все, мы вам тоже поможем. Евген Бро поможет всем. Да, мы вам тоже поможем. Смотри, какая. Просто покушать не надо. Да, конечно. Ну как? Это что? Это наша машина? Да, это, короче, такая, знаете, агент 007 Евген Бро, но под прикрытием, поэтому гольф-кар, садитесь. Не, ну выглядит, конечно, круто, я не спорю, но просто как бы нету защитных стекол, там обычно сейчас видно. Защитным стеклом буду я, короче, бабосно. Так, нам нужно, короче, смотрите, подзаправить и поменять двигатель, потому что она должна быть мега-скоростная. Маша, вылази. Вылазю. Так, сейчас, короче, оба. Всё. Сейчас, короче, починим, короче. Так, двигатель, значит, так, значит, гаечный ключик. Где он тут гаечный ключ? А, вот он, короче, гаечный ключик вот здесь. Ключик мы берем, машинку мы вскрываем. Опа, и колесики тоже поменяем. Колеса поменяем, нет? Колеса поменяем, ну давай поменяем, давай. Давай, накинь-нибудь так, ну-ка. Если есть колеса, то, думаю, да, нужно менять какие-нибудь крутые другие. Во, шипованные, шипованные. О, всё, давай, сейчас. Давай, давай. Так, сейчас поставлю. Чтобы хейтеров, если что. Оп. Оп, смотри. О! Теперь, ну все, так... никакие хейтеры просто нам на пути не попадут. Все, теперь садись. А, подожди, заправить надо. Так, давай, 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 давай. Так, где тут клапан, ты видишь, нет? Вот он. Вот, так все, заправляем, ребят. Заправляем бензиком. Сколько пошла там? Пошла вода горячая. О, 76%. О, все, я почти заправил. Все, нормально. Сейчас, оп. Все. Все. Рядом за руль, я рядышком. И теперь, короче, смотри, мне для телохранителя нужен теперь костюм еще специальный. Да, тебе нужен костюм, потому что ты, как обычно, Евген Бро, короче, мадруган, а не телохранитель. Все, сейчас, короче, будет Так, приезжаем в магазин, сейчас, так, здрасте. О, здравствуйте. Значит, черный баран. Так, ну что ж, сейчас, короче, так, вот так, ага. Так, сейчас я спрошу. Извините, у вас есть специальная одежда для спецагентов? Да, сейчас его принесут. Отлично, так, все, сейчас я иду переодеваться. Давай. Маша, сейчас выхожу. Жду. Сейчас. Оп. Давай, жду. Оп, переодеваемся, ребят. Ну как? О-о-о, ты теперь как настоящий этот телохранитель. Смотри, у тебя даже такой же галстук, как у него, какой-то охранник. Да, смотрите. Чисто я и мой напарник, короче, по команде. С капюшоном, но... правда, более стильный, короче, капюшон да. Наушники. Кстати, смотри, короче, у меня золотые запонки на рукавах, видишь, он? Ты похож, ты больше похож на рэпера. Все, короче, рэпер, мне нужна теперь еще тоже машина. Кстати, зацени, как я сейчас смотреться буду с этой тачкой, смотри. Нормаз, да? Жесткачище, нормаз. Да, садись, короче. Смотрите, ребят, ну, по-моему, теперь настоящий же... Нет, не настоящий, почти. Мне надо теперь оружие, и я буду настоящим телохранителем. Да, и потом мы пойдем наказывать хейтеров, короче, которые конечно, не обижают. Конечно, отлично, Маша. Отлично. Так, ну что ж, идем, значит, сюда. Сейчас, значит... Давай. О, местный бомжара. На тебе гаечный ключ, продашь, денег заработаешь. Так, все, идем сюда. Нормас, какой добрый.
Все, спускаемся сюда. А аккурат. Это что, секретный какой-то бункер? Да, это мое секретное логово. Заходите. Это ничего себе! На случай чрезвычайной ситуации. А это что, это что, чемоданы? И кто это что? И это почти что чемоданы. Это, скажем тебе, смотри, это... Классно. Ого! Но это можно взять. Я, короче, беру вот это. Это, знаете, на случай непредвиденных обстоятельств. Смотрите, мы берем стримаш. Просто покажу. Да. Осторожнее. Осторожнее. Ты мой телохранитель, не забывай. Да, так, смотрите, здесь мы берем специальный агрегат. И сейчас я расскажу гайд, что это вообще такое. Кстати, можно, смотрите, одеть даже броник. Смотри, ну как. Нормас. Ну как реально телохранитель получается. Ну я снимаю. Короче, смотри. Пойдем, Маша, я тебе расскажу, что у нас есть из нужного. Давай. Короче, отходи вот сюда ко мне. Если мы видим... Вот представь, там за стенкой, короче, хейтер, смотри. Давай. Смотри, смотри. Слышишь? Ага. И все, короче. И минус хейтер. Итак, первое, что это, будет пестол. Смотри, ага. Как спецагент, смотри, держу. Да, реально. Если, короче, если ситуация как бы обостряется и есть на дальней, то есть снайпа. Потом, короче. Это очень круто выглядит. Если прям, вообще жестко, то есть межгалактическая пушка. Маша, отойди аккуратно, смотри. А я отошла. И все. Потом, если уж прям вообще перебор, то и в ход идут тяжелые артиллерии. Смотри. Ничего себе! Вообще, и если прям нам нужно пробить стену, смотри, да. Есть специальная дверь, кстати, хочешь что ли сходить, нет? Нет. Не, ну ты если хочешь сходи, у нас сейчас долгая... Да не хочу я. Ну у нас сейчас просто долгая поездка, Маша. Ладно, хорошо, я схожу, хорошо. Все, так, все, отлично. Так, да. Быстро катапультирование! Маша, отбегай! Я не могу! Да. Сейчас точно в туалет захватил. Все, это была просто проверка. Так, все, выходим. Отлично. Замечательная проверка. Спасибо большое. Это чтобы быстрее прокекаться, да? Да, да, да. Даже ой, выключил. Ой, у базуки, короче, это, патроны кончились, базука больше не это. Я пока ну, её всё, сдам. Ну все, да, не надо ее брать. Все, итак, погнали. 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 Все, теперь, значит, рассказывай, кто тебя обижает, Маша, и мы сейчас реально их тоже проучим, так скажем. Просто реально накажем. Потому что Евген Брокел, охранитель, просто врывается и защищает. Давай, давай. Будем делать, короче, добрые дела, наказывать хейтеров. В школе как у тебя дела? Расскажи мне. В школе? Да. Уже обижают. Обижают, все, сейчас, да. Короче, разберемся. Ребят, мы едем в школу. Представьте, ребят, вот кого обижают в школе, вы таки приезжаете, с вами Евген Брокел, охранитель. И вы просто таки показываете пальцем, это он, дай ему люлей. И я просто такой, ну сейчас все будет, короче. Все, сейчас, Маш, мы все разберемся, сейчас все сделаем. Так, выходим. Идем. Так. Я пока возьму пестол, пока просто. Я сейчас тебе скажу, кто обижает. Сейчас тебе скажу. Да мы его... Опа. Ну-ка. Вот кто. Вот этот челик с дубинкой. Ого, да их двое. Смотрите, пацана зажимают, слышите, пацаны. Я тебе говорю. Опа. Все нормально. Сейчас я ему тогда... Сейчас. На. Все нормально. Ага, вот так тебе, вот так тебе. Все, заходим. Василий Петрович. У вас сзади, Василий Петрович. Спасибо, ребята, они тут вообще школу захватили. Но вы дали всем люлей, спасибо вам большое. Не за что, Василий Петрович, короче. Давай проверим еще, может, что тут есть. Опа, смотри, тут пацана школьный обед отжимает. На ему. Чтоб не отжимал, опа. Так, нормас. Нормас, смотри, и прям по гражданским все нормально. То есть, смотри, все гражданские целые. Так, пистол. Пацаны, хотите поддержать? Знаете, смотрите, поизучайте. Зачем ты? Не надо, им вот лучше нет, да. О, Сюзанночка. Сюзанночка. О, здравствуйте. Ой, ничего себе, какой тут герой пришел. Нифига себе, обалдеть. Вот это да, ребятушки. Короче, у нас сегодня в школе это урок по самообороне. Кому дали люлей, вы сможете выбить зубы. Это у него голос заболело, что ли? Да. Заболела Сюзанна. Кстати, зацените, какой я трек выучила. Ладно, Сюзанна, пойдем, все. Так, ладно, Маш, мы с Сюзанна пойдем. А, в смысле, Маша, пойдем. В голос, что ли, этот... Как его, короче? А, Маша, пригнись, выбегай быстрее. Выбегай, беги ко мне. Бегу. Что произошло? Нормально, все. Ты чего? Для профилактики, садитесь. Да ты чего? Так, все отлично. Просто проверяем, короче. Так, ну что ж. Итак, рассказывайте, что вас еще беспокоит. Меня беспокоят хейтеры.
Итак, Маша, рассказывай. Короче, рассказываю. Собралась, как говорится, силы. В общем, на полигоне я проходила испытания. То есть, ну, спокойно никого не трогала. И, короче, на меня какие-то хейтеры напали, короче. Хейтеры? Ага. Сейчас разберемся, хейтеры. Машка. Махач, не сцик трудцы. Сейчас разберемся. На полигоне, да, говоришь? Так, ребят, ага. Отправляемся на полигон. Вы слышали, короче. Расскажи поподробнее, пока мы едем. Что там произошло? В общем, я обычно просто вот спокойно проходила испытания, то есть я там училась паркурить, там, знаешь, всякие там разминочки делать, короче, для физической подготовки. И тут, короче, на меня какие-то челики с дубинками, ну, хейтеры. Все, сейчас разберемся, короче. Там, короче, вообще никто, вообще, вы там, не с канала, я такая, чего? Так, сейчас разворачиваемся. Ну, короче, я пошла в разборку, а они, короче, у меня с дубинками толпой, я такая, не помню. Все, понятно, Машка, не, это, не боись, все, пошли. Да, сейчас, да. Телохранитель, сейчас, так, я возьму на всякий случай... Подожди. Вон же они, вон. Где? Вон, вижу. А вот эти? Вон они. Да, это да, они, вон да? Они, да, это они, вон они, вот с дубинками, Жень. Сейчас, оп. Они идут. Опа! И сейчас вот этим пацанам. Оп! Вот и так. И последнего. Вот. Опа! Смотри просто. Ага. Вот так вот вам, вот так вот. Это вот они, вот. Да, были? Смотри. Да, это они, короче. О, коллега. А, кстати, его тут не было. Вы новый тут? Да, мы тут, короче, следим тоже за обстановкой. Но, как бы, я буду помладше званием, видите, все-таки у Евгена галстук. У меня галстук есть. Да, Евген, бро, у нас тут старший этот... Как его? Забыла. Телохранитель. Искать менеджер. Так, ну что ж, короче, теперь нам нужно дальше выдвигаться. В принципе, так. Сейчас, подожди, машину нельзя оставлять, потому что там все-таки... Да. О, Нубик, здорово. Да, здравствуйте, спасибо большое. Ну, тут вообще всех прессовали, вообще, короче, ну, в общем, спасибо большое. Говорю, вообще были какие-то ненормальные вот эти вот хейтеры, короче. Все нормально, ребят, мы, короче, все распилили. Так, ну что ж, едем домой или что-то еще у нас есть назад? Не, еще. Еще есть, так, там, давай. Там еще хейтеры. Где? Вон они. Это хейтеры? Вон, стоит с дубинками, вон. Оп, два хейтера. Сейчас я поговорю с ним, подожди. Ребят. Это ты у меня тогда деньги отжал? Жень, это он. Это он? Да, опа, на. Жень, это он, там еще да. Один, там еще это его брат. О, как короче. Раз, сейчас, подожди, как раз время снайперки. Давай. Я ее протестирую, смотрите, ребят. Давай. Чисто битва снайперов. Прямое попадание просто, в яблочко. Все, просто с одного, чисто хэдшот. Нормас. Короче. Давай, рассказывай. Рассказываю еще ситуацию, в общем. Вообще кошмар со мной какой-то происходит. Стояли, в общем, там с жителем, короче, разговаривали в магазине, ну, и потом, как бы, пришла моя очередь, решила расплатиться. И знаешь что, короче, подошли какие-то парни, такие, гони деньги. Вот такая, чего? Так, короче, все, я деньги понял. Деньги отжали. Все, сейчас, и короче, все... мы их отожмем. Махач, несцы. Сейчас, уп, это они? Вон они тусуются. Где они? Вон, впереди. Ты видишь? А, слушай, похоже. Это целая компания. Да. Это они? Они, слушай, они идут. Да. Пацаны, мужики. Что, главное, чего нужно, Сагреса. Это ты у меня деньги? Да. Ты у меня деньги забрал. Да, Жень, это он. Я, короче, гашу их. Давай. Вау! Так, сейчас в магазин забежим, посмотрим. Давай. Ой, тут нормально все. Ну-ка, давай спросим, что она вообще, что тут, какая реакция? Она... Скажите, пожалуйста, у вас тоже они деньги, типа, отбирали или что? Что она говорит? Да, слушайте, у нас тут деньги отбирали, вообще какой-то кошмар. Пришли разбойники какие-то, ограбили кассу. Спасибо большое, вы нас спасли только что. Получается, телохранитель не только, короче, Машкин, но и всего города. Ну, получается, да, получается, Евген Бро, супергерой, получается, супермен, супертелохранитель. Точно, дун-дун-дун. Кстати, подожди, я прям, знаешь, я ощущаю прям реально такую силу, очень странную. Суперсила, так все, подожди. Суперсила. Ну чё, как ты себя нормально чувствуешь? Да что-то, а что такое? А мне из магазина звонят. Из магазина? Угу. Сейчас, подожди, давай я на динамик поставлю. Давай. Алло, здравствуйте, вернитесь, пожалуйста, в магазин, мне нужно вам кое-что отдать, такой небольшой подарочек. Ого, ну-ка погнали. Подарочек сейчас, хорошо, сейчас вернемся. Так, ну-ка, и что тут такое? Что у вас такое случилось? А зачем вы мне позвонили? Здравствуйте снова, что случилось? Ну, в общем, вы, короче, у нас теперь новые защитники города, поэтому, пожалуйста, примите наш скромный подарок. Ну-ка. В защитники города. Вау! Ничего себе! Офигеть, ну-ка. Офигеть, смотрите, какая-то инжектор какой-то. Ну-ка, подожди, сейчас попробую вколоть, ну-ка. Аккуратно-то. Ого! Ты чё? Вау, я получил достижение The Last Son of Krypton, последнее солнце криптонита. Всё, подожди.
Тут костюм Супермена. Сон — это сын. А. Офигеть, смотрите. Ничего себе, ты крутой. А что из... Спасибо, до свидания. А что изменилось-то? Ну, смотри, я, по-моему... Я бегаю быстро, смотри. Ты же такой быстрый. Ну-ка, сейчас проверю, ну-ка. У меня же есть, смотри, щит Капитана Америки, ну-ка. Вау! Вау, смотри, смотри. Офигеть, это теперь мой новый бумеранг. Знаешь, у меня был вот такой бумеранг. А теперь вот так... О, подожди, я, кажется, умею летать. Ну-ка, сейчас, ну-ка, сейчас. Проверь. А, блин, не могу сейчас. Ладно, потом, смотри. Ну-ка, это что такое? Это молот. Вау, молот Тора. Молот Тора. Офигеть, смотри, ломает. Они не буянь. Там нужно со злом бороться. Этот... Вау, я могу еще и замораживать. Офигеть, слушай. Слушай, а нормально подарочек. Мне нравится, такой. Мне нравится. Слушай, пойдем хейтеров, короче, сейчас остались. Будем, сейчас. А подожди, там еще очки были. Сейчас, ну-ка, примерю их. Сейчас, подожди, проверим. Ну-ка, смотри. Вау. Смотрите, зрение из глаз. Офигеть, сейчас, подожди, очки еще примерю. Смотри, какие очки, вау. Вау. Ну как? А что изменилось в этих очках, когда ты их надел? Ну, я могу их поднимать вот так, смотри. Пинг, пинг, пинг. Слушай, крутые пинг. Очки, оставь, оставь, крутые очки. Смотрите, знаете, когда вы крутые приходите, такие, здорово, и очки так приподнимаете, а там еще одни очки. Слушай, это вообще... максимальный уровень крутости, два уровня. Чисто, да. Потом, смотри, я умею еще летать, мне кажется. Ну-ка, сейчас проверим. Вау, смотри, смотри, офигеть. Нормально, слушай, ну теперь настоящий телохранитель, реально как супергерой, слушай. Офигеть, так, ну что ж, о, есть еще... Вау, рентген, я вижу все, короче. Я вижу тебя насквозь, я вижу всех. А, я вижу кучу хейтеров. Так, все, погнали. Кучу хейтеров? Погнали. Буду смотреть, как ты это... А, ты что, подожди, ладно. Машину? Не-не. Вау, смотри. Сейчас, подожди, я пролечу, короче. Они Мама Мию загасили? Слушай, там Мама Мия. Офигеть, я лечу, слушай, тут все в хейтерах. Офигеть, ребята, Машка, берегись, короче. Сейчас тут вообще будет махать. Слушай, там Мама Мию зажали, по-моему. Сейчас мы всех зажмем. Сейчас. Махач, держись сзади меня. Держусь. Все, погнали. Давай. О, смотри, идут. Тара-дан-тан-тара-дан-тан-тара-дан-тара-дан. Слушай, офигеть, слушай, их много тут. Тара-дан-тан-тара-дан-тан-тара-дан. Все, я пошел, короче, разламываю, смотри. Нормально рукой просто разламываешь. Офигеть, Давай, ты сможешь, давай, вперед. Смотри, я их еще замораживаю. Ой, ты заморозил. Офигеть. И смотри, я их еще поджигаю, короче. Да, лазером из глаз. Смотри, все разношу. Все, погнали. Вообще, я сейчас возьму еще пушечку, а то что я. Оп. Сзади тебя еще хейтеры. Сейчас все будет, смотри. Так, я тоже тут помогаю, смотри. Махач помогает телохранителю. Офигеть. Слушай, капец там хейтеров, посмотри, это все около наших домов собрались, короче, наверное, хотели на нас ночью напасть, прикол. Сейчас, подожди, я их соберу всех кучу, смотри, прием, давай, короче. Давай. Прием слушай, называется... Слушай, меня тут это с дубинками! Сейчас. Машка, беги. А ты где? Сейчас, я тебя спасу. Оп. Давай. Ова. Машка, так. бегай. Нормас. Сейчас, я тебя спасу. Телохранитель должен спасибо, спасать, спасибо. Короче. Все. А спасибо, то, знаешь, если ты рипнешь, то эта миссия будет провалена. Я бур возьму. Давай. Оп. Теперь я их не боюсь. Разносим, короче. Слушайте, мне прям нравится супергерой. Смотрите, я прям разношу бам-бам-бам. Посмотри, сколько их много, Женя. Их очень... И во дворе в нашем. Так, я забегаю, короче, во двор. Так, давай я бурю. Давай я буду тебе помогать бурам, сейчас, короче. Подожди. Мне нужно, короче, взять одну штучку. Сейчас, секундочку. Так, ребят, в ход идет тяжелая артиллерия. И бурь. Машка, отойди. Куда вперед этого телохранителя-то? Машка, ты где там? Я тут. Все, отлично. Так, все, гасим. Тут работа. Аккуратно. Тут работа профессионалы. Надо собакина не задеть. Смотри, как аккуратно. Да. Опа. Машка, не лезь вперед, телохранитель. Да я тебя это защищаю. Мне не надо защищать. Я тут всех защищу сам. Так, оп. Смотри, я чисто... чисто гашу. Опа. Давай. Оп. Опа! Чисто, знаете, когда Машка хочет сама тоже помахаться, короче. Ну, конечно, я еще хочу помочь, мы же друзья, я даже другу помогаю, да. Но я все, помогаю. Отлично, смотри, двор защищен, теперь нам осталось только вот там. Вперед! Давай! Офигеть, их здесь! Ничего себе, много, посмотри. Очень много. Так, уважаемые, мы вас не ждем. Машка, отходи! А здесь слишком много. Машка, осторожней, чисто, знаете. Все нормально, слушай, все нормально. О, там босс. Хейтеров? Босс? Где? О, ого. Ого, там гигант, смотрите. Там гигант хейтер.
Сейчас я всех развалю. Давай. О, все отлично. Стойте, ты реально босс. Там гигант, хейтер. Босс, хейтер. О, ну-ка, сейчас я его молотком стукну. Офигеть, смотри, у него жизнь. Смотри, как мало отнима. А если кулаком? На. На. О, смотри, на. Офигеть, прочный. Но. Машка, о. отходи. Все норм, все норм, все норм. Я, смотри. Давай, Машка, опа. отходи. Я отхожу. Смотрите, торма, офигеть торма, сильный. Торма, зажал, смотри, давай. Сколько у тебя перезарядочка? Подожди, опа. Машка. Машка, знаете, такая собака такая маленькая, сутулая. Ну, дай помахаться мне. Оп, смотри, давай. Всё. О, то есть все. Вы победили хейтеров, получается? Все, да. Ну что ж, знаешь, такое. Мадам. Мы, короче, справились. Вообще, дорогие ребят, я считаю, вам серия очень зашла. Это, знаете, эволюция чисто от супер этого телохранителя до супергероя уже какого-то. Реально. Нормас вообще, слушай, всех раскидали тут, короче, вдвоем с Буром. Я такая, хи-хи. Да, сестры, снимаю. Вообще, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик. И всем пока-пока. Пока.